Ай, приветик, приветик из Одессы, приветствуем. Ох, какое у нас сегодня солнце с утра. А мы с Сашей собрались в магазин за покупками. В общем, пока тихо, пока спокойно. Идем в магазин, ну и прогуляемся по окрестностям, полюбуемся местными красотами, цветами. Тут у нас много всего красивого посажено. В общем, идем. Нам нужен хлеб, нужно купить, что еще? В общем, ходим пешком, экономим бензин, не ездим. Да, надо экономить топливо. Да, поэтому идем. Ах, ну солнце припекает. Где-то кукушечка кукует. В общем, погодка сегодня. С утра прекрасная, и вообще прекрасное время, когда все цветет, еще, знаете, все такое зеленое, потому что потом, конечно, ближе к середине лета у нас уже все начинает желтеть, уже не такое красивое, а сейчас все сочное, красивое, все в цветах. Все кукует, да, все гавкает. Да, гавкает, кукарекает. Кукарекают, квакают. Это точно. Природа. Что говорить? Красота. Вот люблю, когда у нас здесь вдоль идешь, и вокруг полно цветов. Вот всю дорогу цветут цветы. Розочки. А тут, конечно, ромашки. Особенно люблю ромашки тоже. Сейчас как раз сезон цветения ромашки. Красота. Ну а мы еще и мусор несем, да, Саш? Когда идем гулять, обязательно берем мусор. Если у нас остается, чтобы не оставалось. Там у нас мусорка рядом. Зелень всю дорогу тут столько. Ну а вот наша мусорка. Чистенькая, аккуратная. Пластик отдельно. Все отдельно. Вот. Ну а мы идем дальше. Воробьи чирикают. Шеди, покупаешь хлеб. Да, хлеб есть? Да, хлебчик. Праздником. Спасибо, вам. Хлебчик есть. Все есть, Саша, бери хлебчик. Еще и кулечек надо брать, да? Да, это точно. Мирного неба, дай Бог. Всем. Так. Так, 82,50. Самый свежий. Самый отлично. Самый вкусный. Поляница. Поляница была по 20, стала по 21. Подорожала, да? Да, все дорожает потихонечку. А мы так не так. Я, не, я так, взял. Сейчас взял. И я сейчас даю так и одно. Все. Угу, идем. Взяли хлебчик. Видите, какие у нас все доброжелательные. Поздравляем всех с праздником. А праздник сегодня День Конституции. Сегодня 28 июня. В Украине День Конституции. Так что всех с праздником. Ой, а здесь такая красота у нас. Посмотрите, какие цветочки. Магия кавы. Можно посидеть, попить кофеечек. В общем, гуляем. Сегодня праздник, поэтому праздничная прогулка, можно сказать, да? Ну, раньше тут были выступления, и артисты приезжали, и дети. Ой, раньше было, до войны много чего было. И сейчас, кстати, 1 июня тоже был небольшой концерт для детей. Конечно же, наша администрация решили для деток сделать праздник, ну, хоть как-то их порадовать. Потому что, конечно, все дети стрессуют сейчас, в наше время. Вот. Ну, а так, конечно, раньше здесь постоянно любой праздник отмечался. Вот. Ну, а сейчас все. Вот, в общем...
есть то, что есть, да? Как говорят на Украине, маємо те, що маємо. Здесь тоже цветочки цветут везде. В общем, везде у нас цветы. И это радует хотя бы так. Такая тишина. Только ветер шумит. Тоже цветочки. Лавандочка такая ароматная. Саша к памятнику пошел. Ну, а здесь очередная мусорка. Аккуратненькая такая. А здесь мне нравятся вот такие юки. Они здесь такие красивые, роскошные. Посмотрите, их здесь много. Красота. Вот идем. Конечно, солнце припекает. Хотя и ветерочек, но становится жарко. А Саша пиво хочет. Да? Да, надо зайти пиво взять. Ну да. Почему? Потому что вот немцы пьют пиво все время. А ты при чем? Так я родился-то в Германии, в Дрездене. Конечно. Сашины родители, отец был военный, и они, конечно же, ну как многие дети военных, жили в Германии, но Саша там и родился. Так что не зря он любит пиво. Ну, идем в магазин. Ну, конечно. Зайдем, зайдем. Ой, какие цветы. Это мальвы. Мальвы вот такие во дворе цветут. Очень красиво. Да, мальвы, конечно, цветы красивейшие. Но там дальше гортензия. Сейчас мы подойдем поближе. Потому что такая красота. Ой, мальвы красивейшие. Но гортензия просто роскошная. Посмотрите, какая гортензия. Просто чудная. Чудная гортензия. Ох, как здесь все красиво цветет. Ухаживают люди здесь. Наш магазин. Идем за пивом. За пивом. Ну, как обычно, везде все красиво. Ой. Так, пиво Саша хочет. С праздником. Так. Ну, какое ты там? Большое. Ну, конечно, на улице жарко. Самое большое берешь. Выбрал? Выбрал? А? Да, хорошо. Все, пошли. 50, 71,50, да? Пиво не подорожало, как хлеб, на 1 гривну. Так, 72. Получите. Ну, а пока вышли из магазина, воет сирена. Вот так вот и живем. Вот так вот воет. Ужас. Но люди, по-моему, уже привыкли. И уже настолько к этому привыкаешь, что не обращаешь внимания. Но это же опасно, это же тревога, не зря. Но мы вот так вот спокойно ходим. Прятаться нам некуда. Так что вот так. Ну и несмотря на то, что воет сирена, мы показываем вам вот такую вот красоту. Посмотрите, как здесь красиво. В общем, цветущая Украина у нас. Все цветет. Посмотрите, какую красоту люди тут делают. А там люди гуляют, тоже на скамеечках сидят. В общем, сирена воет, а все гуляют. В общем, сирена воет, продолжает. А люди не обращают ни на что, никакого внимания. Здесь, боже мой, какая красота здесь. Это же невозможно не показать. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Вот так вот. Сделаны, пиво приобретено. Красоту вам показали. И я думаю, что вы можете поставить лайк, ведь, наверное, заслуживает такая красота ваших лайков. Так что ставьте лайки. Ну, а на сегодня у нас все. Мы идем пить пиво.
Да. Пока.